доброго времени дня всем моим друзьям, всем, кто меня смотрит. Я Ирина из Греции, живу на Волосе. У нас очень жарко эти все 5 дней, где-то до 40, но море очень теплое, 27-28, отличное. Я хочу, сегодня шла, купалась я в Волосе сегодня, и шла назад, и тут такое красивое крещение. Вернее, я сам обряд крещения уже снимала, и снимать его не хочу. Хочу показать, как они украсили красиво возле церкви, чтобы вы имели представление. Смотрите, какая красота. Это подарочки детям, бомбоньерки. Угощение разложат позже, потому что очень жарко. Такие шатры сделали. Напитки. Сладости. Пирожные. Детям тоже мне пузыри, подарки. Хочу вам заодно показать, после службы они выставляют святую воду, можно делать. Утром прошла служба. Вот все для банкета они готовят здесь, я так понимаю, прямо покушают. Видите, какая красота. Меня женщина спросила, которая оформляет, нравится ли мне. Я говорю, о, очень. Она спасибо, говорит, спасибо. Девочку назвали ее Василики. Везде написано Василики, Василики. А это вот так они организовали тенечек, сделали, поставили столики фуршетные. Вот так здорово все. Учение повторю, что бомбоньерки раздают всем присутствующим. Детям дарят подарки. И вот так будет у них крещение.